Сегодня вы увидите второй день грандиозного преображения с Ромой Медным. Сегодня девушке, которая всю жизнь носила только кроссовки, впервые нужно будет примерить высокие каблуки. Учора Роман Медний познайомився зі своєю новою підопічною, 25-річною Юлією Сидоренко. Не ведутся на меня мужчины. Я ради этого и пришла на проект, чтобы обрести вот наконец-то то счастье, которое заслуживает каждая женщина. Всі навколо стверджують, що основна перепона на шляху до серйозних стосунків з чоловіками – це її імідж пацанки. Этот спортивный костюм, эти кроссовки – это не для девушки наряд. Роман Медний приготував для Юлі контракт, що складається з трьох пунктів. Забег на каблуках. Стриптиз в компанії незнайомців. Третій пункт – шагнуть в пропасть. Та навіть поставивши підпис, Юля не до кінця розуміла, що на неї чекатиме. Я готова дійти до кінця, але я дуже сильно боюся. У таких тривожних роздумах Юля поїхала додому. А вже наступного ранку розпочалося перше випробування. Юля все завжди взвалює на свої плечі, заставляє себе бути сильною. Все могу. Переставить, починить кран, починить унітаз, починить душ, там, відкрутить, припаять. Коли будувався будинок, Юля навчилася і строїть, і мазати, і кирпичі вбити, все. Вона справляється зовсім одна. Фінанси, прийняття якихось важливих рішень, переїзд на квартиру – це все лежить на її дівчих плечах. Я не можу зрозуміти, в чому причина такого поведення. Тому сьогодні я пригласив свою хорошу знайому, психолога Анну Кушнірук. Я сподіваюся, що, понаблюдав за Юлією в необычній ситуації, вона зможе зробити вивод о психотипі нашої героїні і не тільки знайде причину проблеми, але й допоможе її відстранити. Почему мы сегодня находимся с тобой здесь, в таком необычном месте? Мы устроили для Юли провокацию. Так. Если она справится, я даже готов отменить для нее первое испытание. Неймовірно. Уперше Рома готовий скасувати одне завдання. Що ж він там таке запланував? Ну, я тебе гарантирую, ты сейчас увидишь такое, что не поверишь своим глазам. Мы подстроили, якобы машина сломалась, и нужно будет дотолкать машину до ближайшей заправки, на которой мы, собственно, находимся. По моїм даним, Юля вже двигається к нам. Ну, будемо чекати тоді. Для Романа та Ані ранок розпочався з очікування. А от для Юлі – з маленького перевтілення. За умовами контракту, вона вперше одягнула форму. Юля раніше ніколи не носила юбки, і щоб збіжати для неї лишнього стресу, я приготував брюки. У новому образі Юля вирушила на своє перше завдання. Вона впевнена, що наш водій просто відвезе її на зустріч з Романом, та у нього зовсім інші інструкції. Я вирішив зробити цю провокацію максимально реальною, тому підговорив нашого водителя, дядю Вітю, підіграти нам. Ми з вами знаємо, що зараз відбувається, а Юля навіть не догадується, яке приключення чекає її вже через кілька секунд. Там в мене сьогодні який-то день такий. Там проспав, там машина что-то забарахлила. Я не знала, куда мы едем. Ничего непредсказуемого. Нормальная, милая беседа. Тут мы доезжаем на разворот уже выезжать куда-то там. Что ж сегодня? А, елки-палки. Еще этого мне не хватало. Не хочу ехать. Ну, ніфіга себе, приплили. Дивним образом у нас глохне машина. Вона не заводиться, не їде і... Шофер дядя Вітя грає дуже природно. Геніальний актор. Що ж буде далі? Щас. Щось придумай. От сюди на заправку затолкати, а там вже... Отже, до заправки 150 метрів. Навколо багато чоловіків. Є в кого попросити про допомогу. Але що ж зробить наша Юля? Може, подвинуть машину, яка їде далі? Давайте я потолкну. Давайте. Ну а вже ж, замість того, щоб дати водієві проявити свої чоловічі якості і знайти вихід з ситуації, Юля, як завжди, взялася вирішувати проблему сама. Я сама встала, я предложила дяде Вите толкать машину.
если я сама, у меня вопрос, что делать мужчине тогда рядом. Mm-hmm. Да? К сожалению, увы, очень многие женщины почему-то пренебрегают своей ролью, своими возможностями и удовольствием дарить мужчине пространство, в котором он ухаживает, в котором он чувствует себя важным, нужным. Я сниму, чтобы показать ей, как она выглядит со стороны. Да, наверное, это единственный способ, чтобы женщина увидела себя. Фу. А ну сейчас. Покатили. Давайте. Беруй-то там. Давай. Так, какой-то мужчина вызвался ей помочь. Мне кажется, самое время идти к ним. Что, Юля, устала? Привет, красавица. Здравствуйте. И выходит съемочная группа, и я понимаю, что я лоханулась. Как твое настроение? Нормально, подставили. Я, в принципе, не ожидала его увидеть там, где я его увидела. В тот момент я просто не думала. Была ситуация со сломанной машиной. Я ее решила. Расскажи мне, как ты доехала? Приключения. Какими? Заглохла машина, мы подъехали. Мы — это ты. И водитель. И водитель. Да. Других мужчин в округе не было. А не было там мужчин. На остановке не было там мужчин? Не було чоловіків? Юль, ти впевнена? Давайте подивимо ще раз, де там не було чоловіків. Мы специально посадили туда мужчин, и если бы ты к ним обратилась, они бы обязательно оказали тебе помощь. Да, я хотел проверить, насколько ты готова просить о помощи иногда у мужчин в том числе. Толкать машину – это явно не женская работа. Но иногда бывают ситуации, когда… Нет, Юля, не бывает таких ситуаций. Я считаю, что тебе сейчас нужна помощь. Я хочу тебя познакомить с одним своим другом. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Анна. Засмущались? Да. Очень очаровательная женщина. Женщина-женщина. Все женственное, манящее, чарующее. А хочешь посмотреть, как ты выглядишь со стороны в сегодняшней ситуации? Я снял это на видео. Ну вот, собственно, выходя из-за горизонта на крейсерской скорости 5 км в час. И главное, вот чем больше машина, которую Юля толкает, тем более женственно она выглядит. На контрасте просто. Ты думаешь так? Юля проявила инициативу, машину толкала с удовольствием, легко и быстро. У тебя какая-то слепота на мужчин, ты их просто не заметила. И даже когда мужчина подключился, она не бросила свою часть работы, а продолжала в этом участвовать. Парно, командно вы продолжали толкать. Так быстрее. Так быстрее. А вы спешили? Да. Куда? К вам. Нам. Спешила. А вы ожидали, вот, что мы скажем: Юля, ну в чем дело? Почему вы не толкали машину? Мы здесь ждем. Не знаю, я так привыкла просто все делать самой. Вот все в жизни я делаю сама. Я не рассчитываю ни на кого. На самом деле, Юля из вот этого состояния, когда она решает, что она сама все сделает быстрее, просто не выходит. Даже когда она находится в окружении своих друзей, все равно она все взваливает на себя. У меня есть видеозапись того, как Юля ведет себя в компании друзей. Во время одной из наших съемок случилась очень интересная ситуация. На нее никто не обратил внимания, но именно эта маленькая деталь помогла мне понять, что Юля действительно привыкла ни на кого не полагаться. И сегодня я хочу это показать и Юле, и Ане. Юля, куда ты пошла? Да я принесу стул. Юля! Подожди, я сейчас сам принесу. Куда ты его тащишь? Все нормально, поставь. Сейчас я тебе помогу. Я уже давай, принесла, успокойся, все нормально. Я принесла, спасибо. Хорошо. Сильная такая. А друг же порывался явно отобрать стул и принести его. Так я же уже принесла его. Так вы же еще не донесли его. Ну, практически. Но мне в голову не приходит оскорблять мужчин таким образом, чтобы в их присутствии сказать: подождите, я сама. Юлия может починить дверцу, крутить лампочку, забить гвоздь. Она в прямом смысле сильная девушка, потому что есть такие моменты, когда была в комнате перестановка, и я говорю: ты же мальчиков позови, пусть помогут то поставить. Она говорит: Аня, я сама все сделаю.
все будет нормально. Она начала двигать, она схватила кровать. Вот смотри, говорит, вот смотри, я могу. А я взялась за голову, говорю, Юля, боже, ты что делаешь, Юля? Я вернусь через минуту. Юль, ну мы остались вдвоем. Я понимаю, что не обо всем удобно и ловко говорить. Мы сегодня видимся в первый раз. Но я и как женщина хочу поговорить, и как мама, и как подруга, и узнать на самом деле, откуда это ощущение. Что в твоем детстве произошло, что ты решила, что быть самостоятельной – это такой единственный способ получать любовь или признательность, или похвалу? Да, все у меня с детства. И очень рано стала я взрослой просто. У меня мама просто тоже такая вот, все на своих плечах. Вот она думает, что кроме нее никто ничего не может ничего сделать. Я посмотрела, как мама тянет, я вливала всю свою энергию в других. То родителям нужно помочь, то друзьям, знакомым, подругам. Почему сохранилось постоянное желание кого-то спасать, кому-то облегчать жизнь за счет себя? Ты менее ценна, твои чувства менее ценны, чем другого человека? Не знаю, я просто не чувствовала этой ценности. Ни в детстве, ни в молодости. Ну, родители любят меня, я их люблю. Да. Но просто у них так жизнь сложилась, что внимание мне уделять не было времени. Почему? Они пытались встать на ноги, пытались доказать своим родителям, что чего-то в жизни стоит. Вільного часу не було. Тому що працювала на двох роботах. Строїв, будували цю хату, діти гралися тут у нас в піску, росли самі по собі. Родители были постоянно на работе, то есть я как старшая отвечала за брата. До того, как приедут домой родители, мне надо было поубирать дома, покормить всех животных, которые есть, убрать двор, там огород. Почему другим, с твоей точки зрения, нужно помогать? Ты чувствуешь себя сильнее или ты боишься увидеть их отвратительными в их слабости? Тебе хочется показать, что ты не такая, как другие женщины. Они придурочные для тебя, да? Когда, ой, не знаю, мне неудобно. Тебя это раздражает или что? Не придурочные, но я так не умею. И так. Меня жизнь так не научила. Меня научила вот быть мужчиной. Быть мужчиной. Да. Ты женщина? Женщина. Я хочу быть женщиной. Ты понимаешь, насколько ты миловидна и насколько это диссонирует то, как ты выглядишь, то, как ты улыбаешься, то, как ты отводишь глазки, между тем, как активно ты ведешь себя в этой жизни. Это два разных человека. Вот поэтому я пришла сюда. Я думаю, что этот эксперимент, эта провокация станет началом того, что Юля пересмотрит отношение к тому, что ей как девочке вообще-то в жизни очень многое позволено. Юль, ты не один раз сказала мне, что так сложилась жизнь. Я знаю, что ты знаешь, что жизнь так не складывается. Мы ее складываем. Вот давай честно, вот без ссылки на то, что так произошло, почему ты боишься просить о помощи? Я боюсь при этом почувствовать себя немощной и вот не знать, ну вот какашкой боюсь себя почувствовать. Вот я прошу помощи, и я чувствую себя какашкой просто. То есть я ничего не могу сама? Да, вот этот вот момент. Она сама себе самый главный герой. Она сама свой самый заботящийся друг. Я уверена абсолютно, что этот порочный круг можно разорвать. Речь идет о том, чтобы понять, чего на самом деле она боится. Отже, аби побороти свій страх, Юля має поглянути йому просто у вічі. Але яким чином Аня та Роман цього досягнуть? Як забіг на підборах допоможе Юлі подолати страх просити про допомогу? Держи. Спасибо большое. Сказала спасибо и не подняла глаз. Неловко или что? Я упустила этот момент. Упустила. Простите. Нет, это не вопрос для извинений. Я думаю, что Рома вряд ли обратил на это внимание. Это скорее удовольствие для тебя. Посмотреть в глаза человеку, который делает какую-то приятную вещь. Это нужно для того, чтобы в этот момент испытать удовольствие. Быть благодарным человеку, который проявляет какую-то заботу. У Юли будет шанс исправиться, потому что ее сейчас ожидает первое испытание. Этим испытанием я решил наглядно показать, что мужчины всегда готовы протянуть руку помощи, если только женщина попросит об этом. Ты помнишь, что это задание называлось «Забег на каблуках»? Да. Как ты думаешь, что тебе придется делать? Ну, надеюсь, не бежать. Когда я увидел, что Юля принесла наколенники, я просто был в шоке. Это нонсенс. Девушка подготовила защиту для забега на каблуках. Я просто не знал, что сказать в тот момент.
на коленнике, это часть образа, который ты на сегодня продумала? Да, я готовилась. То есть ты уже морально готова падать? Не падать, но предусмотреть, чтобы не было травм. Знаете, она просто привыкла опережать события. Она привыкла идти вперед планеты всей, для того, чтобы не возникало ситуации, где ей что-то нужно, а ей это не дадут. На испытание я приехала с наколенниками, потому что мало ли что Рома мог придумать. Мы могли поставить 30 девочек таких бегунь, одеть их в каблуки и сказать: беги с ними. Ну, это тоже вариант. Тебе нужно будет добраться в несколько точек в городе. Для того, чтобы быстрее добраться, тебе необходимо будет обращаться за помощью к мужчинам. То, что мне Рома устроит квест по городу Киева, я не ожидала. Ну, в принципе, найти в Киеве какую-то точку для меня не проблема. В конце ты получишь приз. Угу. Это будет мастер-класс с Эктором Хименесом Браво. Я 5 раз пыталась попасть на мастер-класс. И тут мне говорят: ты пойдешь к нему лично на мастер-класс. Это для меня самый-самый-самый-самый на данный момент кумир-кумир. Юля – кондитер, тож ця зустріч, без сумніву, буде не лише приємною, а й корисною для її професійної майстерності. Він навчить тебе готувати якісь вкусняшки. Приступимо? Так. Для початку тобі потрібно змінити імідж. Чому такі великі? Вони не великі, там же платформа. І тяжелі. Хорошо, сейчас померяем. И в течение всего испытания ты их не будешь снимать. Я чувствую, пока дойду до Эктора, я не дойду к нему. Юленька, для того, чтобы не падать, нужно научиться просить о помощи. Отдавай мне наколенники, бери каблуки и смотри в глаза людям, которые готовы тебе помогать. Спасибо, спасибо. Юля, у тебя дрожат ноги. Да. Ты волнуешься? Да. Давай я тебе помогу. Но когда я их одела, я поняла, что ёк-лимоне, какого меня вообще поставили на эти каблуки? Ну, как меня можно поставить было на каблуки, на которых я в принципе не хожу? Да, там меньше чуть-чуть выбрать. Это было проще, но это просто жесть. Просто памятник нужно поставить женщинам, которые ходят на каблуках на такен. Зачем они ходят? Не знаю. Так, почувствую гравитацию. Ты можешь стоять? Ну, по-моему, довольно уверенно. И ножки хорошенькие. Давай сделаем несколько шагов. Юлечка, женщина, когда она на каблуках, она чувствует себя менее устойчивой, менее уверенной. Во взгляде даже порождает какое-то ощущение, что ей нужна опора, ей хочется на кого-то облокотиться, ей хочется кого-то о чем-то попросить. Это дает возможность предложить свою помощь, предложить свое участие. Отже, Аня переконана, саме підбори створять ту ситуацію, в якій Юлі справді буде досить незручно, але виглядатиме вона жіночною і беззахисною, а тому з легкістю отримає необхідну їй допомогу від будь-якого чоловіка. Ужас. Ужас. Нереальний ужас. 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 Просто. Ужас. Очень неудобний каблук. Очень неудобний. Нереально неудобний. Я не знаю, як на них ходять. Я не вмію ходити на каблуках, тому я злая. Подожди, красотка, подожди. Еще задание еще не началось. Для того, чтобы усложнить для тебя ситуацию, я тебе сейчас дам еще пакеты с продуктами, которые тебе понадобятся как раз для мастер-класса у Эктора. Держи. Там кошелек с деньгами на проезд. Ну, а здесь сухофрукты, ароматная тыква. Пакеты, ну, не могу сказать, что тяжелые для мужчины. Но я не знаю, как для девушки. Нет, ну что? Вы знаете, какие тяжелые эти пакеты были? Они настолько... Какой интересный человек вообще придумал туда тыкву положить. Там целая тыква была. Я... Вообще ужас. Это твой первый пункт назначения. Юлечка, прежде чем ты уйдешь, я хочу тебя попросить обратить внимание на то, как ты будешь просить о помощи. Смотри в глаза, улыбайся, говори откровенно: мне тяжело, мне очень нужна ваша помощь. Все. Угу, и обязательно благодари за любой ответ, который тебе дают. Хорошо, спасибо. Ну что, готова? Мы тебя ждем в конце маршрута. А?
ходе первого испытания Юле необходимо будет пройти маршрут с тремя пересадочными пунктами. В каждом из пунктов ее будет ждать мой человек с указаниями относительно следующей точки назначения. Задача усложняется еще и тем, что Юле необходимо донести все пакеты в целости и сохранности. А спрашивать дорогу и просить помощи она может только у мужчин. Мы будем за ней так из-под тишка подглядывать. Я шла, наверное, 3 года просто на этих каблуках. Я разозлилась, я очень разозлилась, я очень-очень разозлилась. Я хотела всех послать. Как-то Юля изначально не очень бережно отнеслась к пакетам. Мне сказали, попроси помощи у мужчин. Боялась я просить помощи, потому что боялась отказа, боялась почувствовать неловко, боялась... что меня воспримут неправильно. Мне было стыдно. Ну как так можно? Смотри, она все тащит сама. Я увидела, что Юля невероятно сердилась. Она прямо вот ее прямо вот там колотила внутри. Я понимала, что ей претит сама мысль. Признать, что я не могу, попросить кого-нибудь какого-то, чтобы мне помогли. Сказать ему еще при этом спасибо и выглядеть какой-то вот такой вот фифой. Я думаю, что ей было очень неприятно себя ломать. Да сколько же можно, Юля? Ну хоть обратись к кому-то. Здравствуйте. Я как черепашка. Спасибо. Я на самом деле удивлен тем, что Юля не спрашивает ни у кого никакой помощи. В общем, я немножечко разочарован. Такое ощущение, что она не стремится пройти это задание. Как-то она очень легко сдалась. Интерес потеряла как будто бы, да, из-за сложности? Да, да. Вот это вот меня злило. То, что мне нужно потом спрашивать помощи, а я уже просто киплю из-за того, что некомфортно мне, неудобно, непривычно. Ну как я, вот девочка, которая все может, и тут я иду, и я понимаю, что вообще ничего не могу. Неужели она так никого и не попросит? Юля сейчас села в маршрутку. Мы, конечно, ее сейчас не можем видеть, но она даже не подозревает, что наш человек следит за ней даже там. Когда Юля села в маршрутку, мы с Аней расслабились, и я уже стал считать минуты до ее появления. Но мы, эксперты, просто не были готовы к сюрпризу от нашей своенравной героини. Это та маршрутка, на которой должна подъехать Юля. Или не этом? Сейчас уточним. Давай. Наш оператор пишет, что она едет дальше. Ну, то есть она не она проехала, не понимает, где остановка или что? Да непонятно просто. И я позвоню, наверное, ему. Алло, Сергей, в двух словах. Алло, она не вышла. Вы, получается, проехали, и Юля даже не пытается выйти, да? Дай ей трубочку. Когда ко мне подошли в маршрутке, в принципе, незнакомый парень дает телефон, типа, на, поговори, а я еще, что, с кем поговорить, что ты хочешь от меня? Вот. Но я взяла телефон, услышала Рому, что я, в принципе, удивилась, в смысле, ты знаешь, где я есть. Услышала Рому, конечно, я в тот момент хотела разорвать просто за то, что зачем на такие прям испытания? Можно полегче было что-то. Юль, привет, это Рома. А что происходит? Каблук нереально высокий. Я очень злая. Я не хочу дальше участвовать. Я поеду домой. Меня так бесило, что нужно идти. Я понимаю, что ножки болят, ручки болят, и все болит, но... А я сделать ничего не могу. Я понимаю, что это моя маршрутка, и я могу поехать домой, и нафиг оно мне надо, и я поехала домой просто. Ты пыталась просить помощи? Нет, я... Нет, ну так попробуй. Ты можешь хоть раз в жизни кого-то о чем-то попросить? А я не хочу.
Аня тебе кое-что хочет сказать. Юлечка, я понимаю, что ты сейчас сердишься, ты сейчас злишься, но вопрос заключается в главном. Либо будет так, как было всегда, ничего не изменится. Или ты сейчас принимаешь волевое решение, разворачиваешься, и несмотря на злость, на нежелание продолжать эксперимент, который тебе не нравится, ты возвращаешься, добиваешься своего. Юля, мы тебя ждем на финише. У тебя еще есть время, чтобы победить. Давай. Меня переубедила Аня вернуться и продолжить испытание, и ее слова, что это нужно для тебя в первую очередь. Если ты хочешь действительно измениться, то, пожалуйста, будь добра, сделай это. И если же тебе хорошо и удобно, комфортно сейчас, что ты вообще сюда пришла? Поэтому 2 минуты я собралась, и я вернулась обратно в бой. Здравствуйте. Спасибо. Сейчас Юля на последнем этапе. Фактически она уже у финишной точки, но не выполнено главное условие испытания. Я не услышал ни одной просьбы о помощи. Если Юля сейчас же не справится, то, во-первых, она не увидит Эктора, и, во-вторых, это самое главное, контракт будет разорван. И Юля на всю жизнь останется в своем любимом спортивном костюме, одинокая и закомплексованная. Невже Юля втратила свій останній шанс? Потрібна їй зупинка вже зовсім близько, а вона так і не виконала головну умову Романа. Здається, вже зовсім скоро її контракт буде розірвано. У Юлі останній шанс справитися, а ми бачимо на її путі мужчину. Інтересно, хватить ли у неї смілості обратитися к нему за допомогою? Или вона і далі буде стойко нести все сама? Привет, YouTube! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными, самыми красивыми.